это реально хит. Я езжу по всей Украине, и эту песню я пою в начале концерта. И люди просят, чтобы я через полтора часа спел опять Диму Клиденко, потому что все кайфуют, балдеют и с этой песни уходят домой. Эту песню написал я. Я придумал слова и музыку. Аранжировку сделал Дима Саратский. И я, когда Билочке показал, я говорю: Ир, я полгода думаю, петь мне про себя песню Дима Клиденко. Она говорит: боже, какой кошмар, ну я бы не пела на твоем месте, это же неприлично. А я думаю: не, значит, надо так сделать. Надо и ты брать. Знаешь, и я, да, надо брать, как в фильме. И я, значит, запел, записал эту песню. И сейчас вообще не жалею, потому что это вот, знаешь, как банный лист. У каждого артиста есть своя песня. Вот у меня такая хитяра. Дима, Дима Клиденко. Есть чел, 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 человек, чемодан. А есть и тюм-тюм-тюм, и тюм-тюм-тюм. А я хочу, чтобы люди радовались. А есть танцы-шманцы, танцы-шманцы. Левой ногой, правой рукой. Но Дима Клиденко, понимаешь, все равно первое место. А вот сейчас я пришел к тебе с премьерой песни. Вот она тоже прикольная, знаешь. Вот она мне тоже очень нравится. Поэтому вот у меня все мои песни крутые, но Дима Клиденко все равно наикраще. Я закончил вообще театральный вуз, театральное училище. У меня актерское образование. Я 2 года пел в оперетах. Ты не понял? Я артист театра. Я пою, танцую и пел. Зупа, Штраус, Кальман. Я вообще артист опереты. А потом, значит, я познакомился с Леной Клиденко. У нас родился сын Фил Клиденко. Лена занималась балетом. Она придумала арт-классик балет. И мы приехали в Киев покорять столицу. А через время я стал главным балетмейстером Украины. Я ставил музыкальные мюзиклы. Помнишь, они на Новый год идут по всем каналам? Золушка, Снежная королева, Фигаро с лучшими артистами разных стран и Украины, и, конечно же, ближнего зарубежья. И это же мюзиклы остались на всю жизнь. Это перед Новым годом все получают удовольствие и балдеж. А потом я пошел на телевидение, мне пригласили на новый канал, программа «Шоумания» 5 лет. Мы взяли все гран-при телевизионные. Потом меня пригласил канал СТБ. Я поработал у Надечки Матвеевой. Все будет добро, программа М1. Целый год я работал. Я вел ДК «Премьер». Слушай, ну, вообще, как хореограф, я уже на пенсии. Слушай, мне уже сколько лет? Я уже не занимаюсь танцами. Я подумал, что, Клиденко, ты прекрасно поешь. Ты нравишься людям, как ты поешь. У тебя прекрасные песни и самое главное желание. И сейчас я работаю только на свой бренд. Мое шоу ездит по Украине. Я радую людей, веду вечеринки, корпоративы. Да все, что угодно, знаешь. И мне главное встречаться с людьми, петь, вести. Слушай, да я вообще могу даже в кино сниматься. Я позавчера в кино снимался. Вообще, профессия артиста так круто. Сегодня ты тут, завтра там. Вот я завтра, послезавтра еду в Кривой Рог. Потом 6-го я буду в Одессе. Там еще какого-то числа я буду на Западной Украине. Опять Кривой Рог. Слушай, ну, я мечтал быть артистом. Я желаю всем хорошего лета, чтобы у людей было хорошее настроение, чтобы все отдохнули, чтобы подзарядились, чтобы энергия была, чтобы в Украине мир наступил, чтобы, знаешь, все мы жили в достатке, чтобы денежка у всех была, чтобы детки не болели, чтобы мужчины, мужья не ходили налево, а дамы не изменяли, серьезно, чтобы сохраняли семью, чтобы свечки включали, делали праздничные ужины, знаешь, и чтобы любили друг друга. Я хочу, чтобы люди радовались, чтобы люди баловались, чтобы люди знали, что такое любовь.